Привет, народ! Что я вам хотел рассказать? Сегодня, 14 апреля, стартовала экспедиция на Восток 2017. Что это и о чем? Те, кто не знает, это вездеходная экспедиция в составе 4 машины, 3 шерпа и одна самая интересная машина – это прототип 10-колесный. Это новый вездеход, который сделала компания Шерп. 10-колесный, длиннючий, мощный, в общем, у меня пока мало информации по нему, но уже есть шпионские кадры эксклюзивно. Для вас вы увидите это первыми. Все подробности об экспедиции можно будет прочитать на официальном сайте экспедиции. Ссылочка будет в описании под этим роликом. Также канал на YouTube тоже будет под этим роликом, посвященный этой экспедиции. Ну, давайте вот быстренько сейчас посмотрим, что это вообще за машина. Как она была, вот и шпионские кадры с... место старта, как она стартовала, как она там загружалась, как разгружалась, что было. Поехали! Отлично, ну что ж, вы посмотрели, как эта машина выглядит сейчас, вот в каком виде она поехала в экспедицию. У меня же есть кадры с испытания этой машины. Как эта машина проходила испытания по каким-то рвам и прочее. Скажите же, она похожа на Витязь. Кстати, она точно так же может ломать раму, подниматься, сгибаться, но только она на колесах. Принцип этой машины, наверное, это вот головная часть, которая неизменно всегда, и к ней всегда можно цеплять вот эти тележки, например, буровую вышку, или экскаватор, или будку для перевозки пассажиров, либо там большой спальный отсек, либо просто платформу для перевозки труб. То есть я вижу это так, вот применение, это профессиональное применение, это уже не гаражная машина, сюда она просто не войдет у меня в гараж. Ну и она огромна. Это уже новый двигатель, не знаю, какой там двигатель стоит. И, ну, принцип перелома, это мы видели все, вот, то есть как у Витязя все происходит, принцип перелома. Давайте посмотрим, как проходит испытание этой машины. Я думаю, это будет здорово. Смотрите!
так, чтобы что-то попадало и машинное. Все свои впечатления, додумки, догадки, пожелания, прочее, пишите в комментариях. Я думаю, будет интересно, давайте пообсуждаем эту тему. Все-таки это следующее дитё гениального конструктора Алексея Маратовича Гаргачяна, который сделал уже один вездеход, который просто сломал все стереотипы. И я думаю, следующий большой вездеход будет ничуть не хуже. Так что ждем ваших комментариев, ставьте лайки. Ну и делитесь нашим видео с друзьями, и у нас будет еще и еще информация по этой машине. Подписывайтесь на канал, следите за нами. Пока. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока!